продажа красивых номеров там, с красивыми цифрами, там, знаками и так далее. Это какой-то реликт, ну, феодальной, я бы даже сказал, системы, когда вот люди делятся на тех, у кого там номер красивый, кому или некрасивый, кому что-то можно или что-то нельзя. Можно, наверное, продавать номера просто с неким красивым сочетанием цифр. Но ни в коем случае нельзя продавать номера, которые что-то позволяют или не позволяют. То есть, когда вот есть там какая-то аббревиатура, то милиционер не может ее остановить, такую машину, или наоборот остановить. Вот чтобы таких вот вещей не было, когда у одних людей есть какие-то права и возможности, потому что они их просто купили. Вот есть государственная, федеральная там, служба охраны. Она решает, кого там пропускать, кого не пропускать. Там, это высшие должностные лица, они должны и имеют право, они на то и избирались нами, чтобы иметь больше неких прав в определенных случаях, но при этом иметь, естественно, и больше обязанностей. Вот. Поэтому у них там специальные номера. А вот всех остальных, которые бы просто за деньги что-то купили, я думаю, что здесь либо это вообще не имеет смысла, либо это, говорю еще раз, номера должны быть, которые просто не дают никаких прав, которые просто эстетически хорошо смотрятся. Там, 5 двоек, 7 семерок там, и так далее. Ну, кому-то это нравится и все, но каких-то новых прав это владельцу не дает.